Прокомментируйте цель визита ваша. Пообщаться, послушать. Узнать что-то новое о почве. Я думаю, что да, почва это самое главное. Пообщаться можно всегда. Всем привет. Сегодня 17 декабря. Значит, Киев. Софиевская Борщаговка. Сегодня проводится здесь конференция, которая посвящена грунтам. Значит, встретил здесь наших знакомых: Леонид Киверский, Андрей Петрович Усов, ребята с перспективы. То есть есть и знакомые лица, хотя, конечно, наутильщиков здесь не так много, но тем не менее. То, что обещал поделиться информацией, к сожалению, на сегодняшний день ведется конференция на английском языке, поэтому благодаря Алексею Перепелице постараюсь сделать видео с конференции. В принципе, уже предварительно с ним переговорил. Не обещаю, что это будет полное видео, но какие-то участки можно будет снять и, ну, вернее, отредактировать и перевести вам наиболее интересно. Вот такой у нас отель получается. Поэтому постараюсь передать своими словами, там записываю какие-то определенные конспекты и своими словами уже передам суть. Но на сегодняшний момент, на сейчас коснулись, можно так сказать, основы. Основа касательно баланса кальция и магния почвы. Благодаря этому балансу достигается максимальная влагоемкость и максимальная насыщенность воздухом, то есть это влияет в первую очередь на структуру грунта, поэтому НИЛ рекомендует начинать с того, что делать анализ грунта и уже на основе анализа грунта делать выводы, компенсировать тот или иной элемент. То есть невзирая на pH грунта. Почему? Потому что зачастую мы думаем о том, что pH грунта, если он высок, то соответственно у нас много кальция. Он не согласен с таким мнением. Он говорит о том, что если у вас высокий pH грунта, это следствие того, что чего-то у вас много и соответственно чего-то не хватает. Поэтому стоит на это обратить внимание. Следующий уже этап мы переходим к биологии. То есть он уже начал свою, можно так сказать, свою речь в плане биологической составляющей грунта. Но сейчас у нас пока кофе брейк. После кофе брейка продолжим. Он будет вести 3 дня, то есть в течение 3 дней он будет ставить акценты на что в первую очередь обращать внимание. Поэтому продолжаем. Українці по чорнозему, по більшості хлопців, які є сьогодні, да, на Україні чорноземні. Тобто, щоб ми розуміли, катіонний обмін, єдність катіонів, да, магній, кальцій, наскільки вони м'якні інформація. Щоб ми не просто там думали, що в Америці, що в Канаді, да? А ближче до цього, тому що більшості людей взагалі не знає, про що ця розмова. І тому хотілося, щоб десь почалося такого, може би, Адаменко Сергій, чи хто-небудь з хлопців сказав, що робиться в Україні. Чи, ну, вже є якийсь науковець? Давайте. Ну, я можу вам сказати, але краще було, може, хтось без спеціалістів. Тому що ми говоримо, а воно зрозуміло, що хто має. As I understand the question, do I have experience with heavy black